Всем привет! Сегодня мы сделаем обзор по 3D-ручке и по пластику, который нужен, чтобы рисовать. И вы сможете сами понять, как сделать вот такие фигурки. Вот такая посылка пришла нам от компании Dadge. Эта компания продает два вида 3D-ручек. Так, что у нас в посылке? Вот такой буклет. Набор пластика. Этот пластик, такую коробку пластика, благодаря вам, спасибо вам большое, я выиграла на их конкурсе. И вы тоже можете выиграть точно такой же набор пластика. Что вам для этого нужно сделать? Нужно просто купить 3D-ручку, нарисовать какую-либо фигурку, например, такую, или может быть что-нибудь попроще, такую, абсолютно не имеет значения. И будет голосование, и каждую неделю разыгрывается коробка пластика разных цветов. А теперь... Ба-ба-ба-бам! Сама 3D-ручка. Такая красивая коробка. Немножко пластика идет в подарок. Инструкция. Вообще, на самом деле, рисовать ее очень легко. Но тут тоже есть подробная инструкция. Так, это, наверное, проводца. Такой коробочки. Да, это сам провод. Ручка работает от обычной сети, от обычной розетки. И сама ручка. Вот такая ручка. Есть компания Dadge. Она с индикатором, с дисплеем, который показывает температуру. Этой ручкой можно рисовать двумя видами пластика. АБС-пластиком и ПЛА-пластиком. Какие есть кнопки на этой ручке? Это кнопка подачи пластика, кнопка выгрузки пластика, кнопка регулировки скорости подачи пластика. Также около дисплея здесь тоже есть две кнопочки, и мы регулируем выше температура, ниже температура. Что еще есть? Вот такое сопло, отсюда выходит уже расплавленный пластик. Вверху у ручки два отверстия, сюда непосредственно вставляется пластик и сюда вставляется подача питания. Вот таким образом. Когда вы вставили, на индикаторе сразу появились значения ПЛА. Если вы собираетесь рисовать ПЛА пластиком, то вы оставляете и сразу нажимаете на кнопку подачи пластика. Один раз у вас пошла температура. Когда температура дошла до нужного значения, у вас загорается зеленая лампочка. И это означает то, что можно уже загружать пластик. Я сейчас покажу вам, как загрузить ПЛА-пластик. Для этого надо снова вытащить питание. У вас загорелась ПЛА. Вот, нажать на верхнюю кнопку температуры. И загорелось вместо ПЛА АБС. И потом нажимаем подачу пластика. Температура, разогревается ручка, загружаем пластик, для этого ровно срезаем, горит зеленая лампочка, значит пластик можно загружать, увеличим скорость, пластик загружается. Вот пошел пластик. Ручкой можно просто что-нибудь написать. Например, напишем название компании. Да. Надо сопло прижимать к бумаге, когда вы пишете, если вы хотите написать буквы. Да, Jet. Написали. Соединим. Можно тут же. Ну, очень легко. АБС-пластик отстает от бумаги. Поддели его. И вот у вас название. Вот уже. Изделие из 3D-ручки. Но если немножко помучиться, то можно нарисовать что-то гораздо более сложное. Если добавить витражных красок, можно нарисовать бабочку.
И самое интересное, что можно сделать этой ручкой, это рисовать в воздухе. Попробуем нарисовать пружинку. Для этого мы поставили самую минимальную температуру для ABS-пластика 220 градусов и понизили скорость подачи пластика. Закрепим. Совсем низко. Когда скорость отрегулирована, то уже все получается. Вот такая пружинка у нас получилась. Ее можно отлепить и поиграть. Довольно прочная. Пью. Также очень интересно, что этой ручкой можно рисовать вертикальные линии. Например, вот так. И когда мы закончили рисовать нашей ручкой, мы нажимаем верхнюю кнопку выгрузку пластика. Все. Еще хотелось бы отметить, что когда вы пластик меняете, немножко предыдущего пластика у вас в сопле осталось. И нужно не на работу вашу, а в сторону на бумажку выгрузить этот пластик. И если вы рисовали сначала черным, очень темным, например, пластиком, а потом вставили в светлый, то цвета будут перемешаны. Поэтому смотрите внимательно. Все, ручку отключаем. Эта ручка может быть интересна. Сейчас она рекламируется как ручка больше для детей, для школьников, чтобы они могли воплотить в жизнь все свои фантазии. Также эта ручка интересна будет дизайнерам, люди, которые любят делать что-то своими руками, DIY-поделки, флористам. Можно сделать очень интересные вещи для букетов цветов. По большому счету, это может ручка быть интересна всем, потому что сделать интересные вещи своими руками – это очень круто. Поэтому покупайте все ручку, рисуйте, участвуйте в конкурсе. Купить эту ручку со скидкой 10% вы можете на сайте компании Dadgen. Для этого вам нужно будет ввести специальный код, который, смотрите, в описании. Также хотелось бы отметить, что эту ручку у компании Dadgen вы можете купить не только со скидкой, но еще и получить гарантию в 1 год. Можете купить почти в каждом крупном городе России, либо они вам ее доставят. И также есть доставка в Белоруссию. И если хотите, эту ручку на сайте можно оформить кредит. На сайте компании Dadgen существует очень много различных товаров. На все товары компании распространяется эта 10% скидка. Поэтому, если вам интересно, заходите, изучайте, читайте и покупайте. Всем пока!